Привет, Лен. Привет. Ты пришла сегодня в новой кофте? Да, мне бабушка с дедушкой денежку подарили на день рождения. Вот мы с мамой полгорода обошли, пока не нашли то, что мне понравится. Какая красивая! Да, разве это кофта? Так, ничего особенного. Вот у меня есть кофта из шерсти редкого африканского слона. Девочки, я сейчас. Варя, но у слона нет шерсти, все это знают. А вот и есть, просто она очень короткая. А почему тогда ты в ней ни разу не приходила в школу? Да ты что? Она же дорогая. Я ее надеваю только по очень большим праздникам. А так она у меня хранится дома в шкафу, который закрывается на ключ. У меня тоже есть дома шкаф, который закрывается на ключ. И что? У тебя, наверное, обыкновенный шкаф. А мой шкаф особенный. Его сделали пираты еще 400 лет назад. Ну и как этот шкаф оказался у тебя? А мне его, потом, когда его пираты подарили. В этом шкафу даже был настоящий скелет. Скелет? Да. Ого, а можно на него посмотреть? Я подумала, зачем он нам нужен? И отдала его в кабинет биологии. Что, правда? А посмотреть можно? Пока нет. Его отдали на реставрацию. А, ну ладно. Варь, а хочешь яблоко? Эти яблоки у нас на даче растут. Ну, очень вкусные. Да разве это яблоко? Так, ничего особенного. Вот у нас на даче растут яблоки размером с арбуз. А сладкие, ну как дыня, только еще лучше. Варя, таких яблок не бывает. У тебя на даче больше таких и нет, а у нас есть. Это секретный сорт, который изобрели на Северном полюсе. Варя, я не верю тебе. Ты хвастунья и врунишка, и любишь все приукрашивать. Я врунишка? Ты, наверное, никогда не видела настоящих врунов. Все, я не хочу дальше продолжать эту тему, иначе ты совсем заврешься. Лен, ты чего? У меня проблема. Я тетрадку порвала. Да разве это проблема? Так, ничего особенного. Вот у меня по-настоящему серьезная проблема. А что у тебя случилось? Я локтем надавил на стекло в лаборатской, и оно треснуло. А еще разбило два экспоната. А еще... Варя, ты опять забираешься и обманываешь меня. Лена, ты хочешь нас слушать, что значит по-настоящему серьезная проблема или нет? Не знаю, как Лена, а я с удовольствием дослушаю твой рассказ. А то я все думаю, кто это разбил стекло? Вот, оказывается, кто наш вредитель. Да разве я вредитель? Так, ничего особенного.